Виновники торжества получили официальный документ на получение солидной финансовой помощи от 500 000 до 1 300 000 рублей. Вопреки сомнениям, многим молодым семьям не пришлось ждать этой счастливой минуты слишком долго. Так, семья Гуляевых, в которой подрастают двое ребятишек, встала на учет по программе сравнительно недавно. И вот уже заветный сертификат на руках. После рождения второго ребенка мы ждали всего год. В прошлом году сдали, в этом году получили. Как отметил глава города, реализация данной программы способствует не только улучшению жилищных условий молодых бузулучан, но и расширению жилищного строительства в целом. Ведь подавляющее число сертификатов было реализовано именно на первичном рынке недвижимости. Отрадно, что руководство города не намерено ослаблять внимание к данной программе, и у многих молодых семей будет возможность обрести собственную крышу над головой. Я, будучи главой еще тех периодов, сразу вот всем своим подчиненным сказал, что как бы ни было нам плохо, как бы ни было сложно решать другие вопросы, и не надо ссылаться на сложности в финансировании, вот на эту программу будем обязательно обращать особое внимание и будем считать ее приоритетной, и из года в год будем увеличивать количество сертификатов.